образование, культура, политика. Следовательно, всегда существует политический заказ в сторону культуры, потому что культура – это информационное пространство. Информационное пространство, она формирует условия для вообще всей системы власти, и в том числе и жизни общества. Значит, всегда существует заказ в сторону информационного пространства, а как только приходит заказчик в сторону информационного пространства, он понимает, что необходимо менять вопросы, связанные с образованием, которые в результате изменят культуру через какой-то цикл, самые ближайшие несколько лет, долгосрочно это несколько десятков лет. Условно говоря, если вы перехватите в любой стране систему образования, то лет через несколько десятков эта страна будет другой страной под тот заказ, который вы сформулируете.